just me and you. Всем привет, дорогие друзья, с вами Асаня, и сегодня на моем канале вы сможете посмотреть самые обычные игры Fortnite. Это будет три катки, и они будут довольно хорошие. Так что надеюсь, вам понравится это видео, и вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. А я желаю всем удачи и приятного просмотра. Окей, ребят, я уже почти долетел до своей локации. Надеюсь, первая катка будет хорошей. Окей. Уже минимальный лут у меня есть. ППшечка. Амаз. Не лучше оружие, но все равно. А вот это мне уже нравится. Ла. Это лава. Только сейчас тут делал, потому что он не будет мешать. Моим просто в двух словах. Не попадаю. Я не помню, слава вообще что-то вылетает, кроме... Да, нормально. Да, давай, ну умри ты уже. О, я убил. Как я его убил? Фух, ребята, мне просто сейчас везет. Фух. Это все спасибо Ютубу. А вот эти мародеры, они, блин, такие сильные, это капец. Знаете, я пойду-ка я от них. Они мне, ну, вообще нафиг не надо. И сейчас меня еще убьют или накоцают жестко. Тут какой-то челик был, я его надамажил, но он... Вот, боты уже кого-то нашли. Спасибо, что хоть не меня. А. Меня. О. Так.
Ух, боже, испугалась. Так, окей. Тилица. И все-таки, не, все-таки коряк. Я люблю коряк, он, его тогда убрали из игры. Может, потом еще раз уберу, так что я лучше побуду с коряком. Что ж ты, хорошо, что я быстро нашел это место. Ребят, конечно, меня посетите, но у меня просто очень хорошо с меткостью. Попадаю просто на ура. Все дыры, которые не надо попадать. Окей. Главное сейчас так не упасть. Ага. Скажи, что я в какой-то челлендж играю, у меня все оружие зеленое. Вот. Где-то тут. Вот. Это правильно. Моя зона. Боже, у меня лут зеленый, а я челов убиваю. У них, блин, лут просто прекрасный. Где челики? Вот я сейчас боюсь, что у меня заснайперит кто-то. А, то есть нас тут... То есть нас тут много. Ну где вы файтитесь? О, кто? Да. Понятно. Ну вас нафиг.
Ух ты! Так, ребят, тут есть патроны, так что я лучше вот это вот возьму. Стоп. Ну, пожалуйста, ну дайте хоть кого-то либо убить, не знаю, что там мне сделать, дайте. О, боже, вот. Ребят, сорян, я, конечно, просто туплю уже сейчас. Ух, ребята, это просто пипец. Фух. На. Окей, захилите уже. Сейчас на хп. Серьезно, ни у кого нет аптечки. Не, ну вы.
Окей, я подлечу вот так. На. О, так подождите, это же наш старый друг. Фух. Они думают, что я сверху, а я снизу, ха-ха-ха. Топ-1. Ну, ребят, думаю, что за такую карточку можно, в принципе, и лайк влепить, и подписочку не жалко. Так что, ребят, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думал, что здесь будет три катки, и всем пока.